think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня открылся Архидемон, и я докачал, в принципе, суперпетов до максималки всех. Плюс, единственное, кто у нас не докачан на максималку, это Фрейя, но мы постараемся ее докачать еще, потому что я ее использую с уклонением, но если она сейчас будет на Архидемона нормально заходить, то, в принципе, мы тоже делаем ее на максималку, сделаем семерки ей. Мы можем сейчас, в принципе, паролить. Посмотрим. Такс. В принципе, первый у нас будет тестовый заходик. Ищем Фрейю. Я показывал вам состав. Укротители, химка уже на максималке, по сути, не нужны. Так, меняем здесь. Отлично. Вот такая вот она у меня собрана с уклонениями. Ну, я могу ролить, оно, в принципе, по сути, ничего не поменяет. Единственное, что нам надо вытащить две пятерки здесь одинаковых, и тогда все переролить. Ну, с уклонением, в принципе, Фрейя тоже интересная на по локациях. Поэтому пока тоже особо не хочется перероливать, потому что многие знают, сколько стоит наролить все созвездия на уклон. Такс. Фрейка есть, поехали, будем всех собирать по очереди. Стартуем с тыковки. Тыковка, раскол. Так, раскол плюс эмблемка борца. И сюда мы ставили вот так вот, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, тут убираем. Тоже ставим борца. Суперпэтом поставим вот так вот. Второй герой у нас есть. Дальше. Сюда также мы брали Космо, так как у нас сегодня со станом. Стан. Так, есть. На Космо я ставил, если не ошибаюсь, панчбокса. Так. Дальше у нас идет Стрелок. Он так и остался, в принципе. Единственное. Есть. Ладный. Ладный, видите, тоже подвинул многих героев. Так. Есть. И сюда мы ставим. Так, стрелок. Проверяем. Все нормально. Стрелок и Фрейка. Сюда ставим Чикабума. Так, пока вот такой вот вариант с Чикабума. У меня есть еще одна интересная идея. Давайте сейчас проверим всех героев. Тыква собрана. Собрана. 3, 4, 5. Космо 6 с панчбоксом. Вроде всех собрал правильно. Все, есть. Поехали. Станет огромный урон, иммунитет к забору энергии. Ну, в общем, стабильный. Баф нельзя снять. Все в большой степени зависит от старта. То есть, какой у нас будет старт, так мы дальше зайдем. Так, первое у нас будет, конечно же, тыковка. Потом следующим для заряда, чтобы быстрее зарядился, будет у нас Космо. Хоть это и миллисекунды какие-то, это все равно будет решать. Так, Космо. Потом идет у нас Ведьма. Это тоже очень многое решает. Такс, 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 такс. Ладный. Стрелок и Фрейя. Стрелок.
и Фрейка. Вот такая вот. Вот такой вот состав. Поехали, сделаем первый тест. Давай, двигайся куда-то. А то зачастую бывает такое, что он двигается. Так, разгончик есть, отлично, космо включился. А, двигается, блин, и бежит от героев, когда выкидываешь. Это реально проблема. Ну, надеюсь, сейчас мы сможем затащить. В любом случае, таким составом мы в прошлый раз набили намного больше, нежели с Химкой и с Укротом. Соответственно, Химка, Укрота можно уже сливать. Я Химку, по-моему, слил. Укротитель еще у нас остался. Или его тоже слил, не помню, надо посмотреть. Что на этом архидемоне интересное? Чтобы правильно включался космо, вот именно на переходах. Так, в остальное время, скажем так, как видите, архи фактически даже не активен. То есть совпадают нормально кулдауны, и космо, вы знаете, что он очень офигенно блокирует. Без космо тут с огником можно пробовать, но результата того не будет. Вот видите щит, вот сейчас он ударил, и получается немножко мне подпортил, то есть не совпал щит, это очень много решает, и решает еще первые секунды разгона. То есть все зависит от того, как быстро у вас разгонится герой. Единственное, что я хочу еще попробовать, возможно убрать Чика Бума, не знаю, или это поможет. Поставить вместо него, попробовать как вариант. Хотя, в принципе, не знаю. Надо будет это тоже протестить. Уже на следующих два захода я там немножко хочу поменять состав и протестировать, убрать все-таки Чику, посмотреть, можно ли без Чики и добавить сюда там другого суперпэта. Ну, пока смотрим такой вариант. Три у нас уже есть. Вот 7 секунд у нас осталось, сохранилось. Видите, у нас... Получается, он только между переход между вторым, по-моему, и третьим он включился. Сейчас более-менее ровненько идем. Ну, посчитывайте то, что сейчас в среднем идет где-то 28 секунд на убийство. Если дальше вот так вот мы будем разгоняться, у нас было 7 секунд. Сейчас где-то в районе 48 секунд мы должны его убить. Ой, 38, вот опять включился, падла. 38, это получается 8 плюс, ну, попал он, конечно же, ну, где-то 8 секунд. 8 секунд это где-то треть, это 700, 600-700, то есть плюс-минус, это уже дальше идет рандомчик. Ну, 8 секунд мы на 4, считайте, сохранили. Или на 5, на 4. Вот 8 секунд. То есть все зависит от этих именно переходов и плюс от успешного вашего старта. 638. То есть такой вот результат. Не знаю, там 638. Вот мы топ-6 займем место. Ну тут плюс-минус, видите, кому как. То есть одна секунда здесь может дофигище решать уже. Одна-две секунды на разгоне, они уже будут решать очень многое. Такс. Такс. Поехали, еще хочу кое-что попробовать. По питомцам. Может, сейчас попробовать. Так, Фрейя есть. Стрелок. Есть. Так, Хладный. Собран. Сейчас вернемся к этим. Тыковку мы пока оставляем такую. Ведьма. Хочу как вариант попробовать. Так, на ком там у нас? На Фрейе, да, Чикабун? Брать Чикабума отсюда и попробовать поставить еще одного. Этот наносит тоже процентуальный дамаг. Забирает 4%. Ну, то есть 500 бьет. Попробовать такой вариант без Чикабума сделать тест, сколько в итоге мы набьем без Чики.
То есть все один в один у нас осталось. Единственное, мы поставили Чикабума. Сейчас вы видите, насколько может отличаться плюс-минус старт. Так, закинули всех. Немножко хуже, по-моему, старт пошел. Но 500-ки тоже есть, как видите. Довольно-таки дофига 500-ок. Возможно, Чикабум уже и не нужен. Хотя он может очень сильно влиять на домах мелких питомцев. Там, ой, говорю, мелких питомцев, тыковок и каких голубей. Ну, посмотрим, что в итоге. 27 секунд. Ну, такой себе старт. Ну, самое главное, это переходы. То есть на этих переходах самое основное все происходит. Да, вижу, попадает. Не успеваем, кстати, видите, уже не хватает нам. На переходах мы теряем. Ну, в принципе, как вариант, 6 мы должны свободно набить. То есть Чикабума пока убирать рано. Кого отсюда можно еще убрать? Космо можно было бы убрать, но неким его заменить, пока он очень важен. Так как этот станет и от этого никак не увернуться, ничего не сделать. Да, видите, ровненько на 6 идем. То есть такой вариант на сегодня. Это потолок, походу. Так, 4. Да, хуже. Он еще и попадает. То есть разница может быть 200-300 миллионов. Как когда? То есть тут это рандомная тема. Единственный вариант, когда снимут ограничения, вот тогда было бы интересно посмотреть на архидемона. Ну, видите, тут разница 8 секунд. Это уже четверть архи, по сути. Если мы его убиваем там в среднем за 28 тем составом предыдущим, то тут мы этого уже не сделаем. 6 с копейками, наверное, будет. Или даже не будет. 6 добьем. Да, 6 добили. 6 и чуть-чуть. Так оно и есть. В общем, вот так вот. Разница колоссальная. 600 миллионов. По сути, поменяли только одного этого питомца. В общем, вот такой вот, ребятушки, состав. В принципе, он нормальный, работающий. Как видите, стабильно набиваете 6, там, плюс-минус 6,6, 6,7. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых тестов. Всем удачи, всем пока.